В Казахстане планируют развивать охотничий трофейный туризм. Лицензию будут давать на отстрел горных баранов. Это не только поможет пополнить казну государства на тысячи или даже миллионы долларов, но и приумножить популяцию краснокнижных животных. Об этом сегодня заявили разработчики проекта. Нюансы обсуждали в столице представители казах-туризма и ученые. Научное обоснование и нормативно-правовая база еще на стадии разработки. К слову, охотиться разрешат только на старых баранов. За голову одного краснокнижного животного будут просить от 100 тысяч долларов и выше, в зависимости от его подвида. Селекция поможет в разы увеличить поголовье этих животных. Такой опыт используют во многих странах мира. Например, благодаря трофейному туризму популяция мархура в Пакистане выросла за 20 лет почти в 40 раз. Популяция барана Марко Поло в Таджикистане за 10 лет увеличилась практически дважды. В Казахстане сейчас больше 16 тысяч горных баранов всех видов. Вырученные деньги авторы идеи планируют тратить на развитие науки в области сохранения популяции краснокнижных баранов. Есть определенные люди, которые не хотят этого делать. Просто считают, что это неправильно, что это не на... То есть пусть они сами по себе живут, пусть его браконьеры стреляют, пусть его чиновники стреляют, но только не трогайте, чтобы кто-то сюда приехал. Ну, это же для них работа. Поэтому я говорю, мы говорим о том, что это нужно делать. Человек уже деньги оплатил, хочет приехать. Что такое 16 тысяч баранов и 3 старых самца? И в бюджет Казахстана поступает 300 тысяч долларов. То есть выгодно? Выгодно. Изучаем, изучаем. Поголовье будет расти.